Финалист «Танцев со звездами» и участник на шоу «Маска», который скрывался в костюме Сома, Иракли Макацария, покинул ряды завидных женихов. Так на своей странице в Инстаграм 36-летний продюсер рассекретил возлюбленную. Он опубликовал совместное фото с девушкой по имени Лиза. Как оказалось, ей 19 лет, и она тоже из Грузии. «Любовь моей жизни», – подписал кадр Иракли. Лиза в своем Инстаграм также опубликовала несколько трогательных снимков с Макацария, оставив записи под фото смайлик сердце. Напомню, что на проекте «Холостяк» Иракли выбрал Алену Ласик, с которой после окончания реалити встречался всего несколько месяцев. А очень внимательные пользователи сети заметили сходство между Аленой и Лизой. Как вы считаете, девушки действительно похожи? Напишите в комментариях. А у меня на этом все. Услышимся!